И здравствуйте, мои миллионы фанатов и поклонников. Сегодня мы с вами снова отправимся в PvP-бой. Видите, я еще даже не сорвал звездочку. Я думаю, нам повезет, и видео будет... ну, точнее, PvP-режим будет тот, который мы еще не разобрали. Ну что ж, смотрим. Охота на маяк, нам сегодня просто везет. Ну что я могу сказать? А, уже начали, друзья, да? Ну, возьмем тогда мачете, будем издали поднакидывать. Этот режим, в принципе, очень похож на контроль, только здесь маяки появляются по одному. Их расположение такое же. Идет сначала, вот видите, вверху мы захватили А, через 47 секунд будет Б. Вот клавишу... Р. Оп, сейчас, секунду, тут снайпера. Ой. Вот там вот где-то маячок Б у нас должен быть. И если клацать клавишей R в ту сторону, то люди будут видеть, ваши союзники будут видеть, куда же им лететь. Вот видите, это С. Там Б. Бывает иногда меняется Б и С. Или, может, это у меня в голове что-то меняется, но иногда бывает. Значит, здесь у нас Б, вот он, видите? Так, ну тут нужно нам захватывать. Сейчас мы немножечко постреляем их. Много тут чувачков. Ушел. А тут у нас разборки. Нужно отхватывать, конечно же. Так, мы сейчас... Да умри же ты. Наконец-то. Так, ну маячок захватили. Пардон. Так, нужно лететь на С. Через 20 секунд. Ну, видите, в каждую секунду забираются очки команды. Не хочет он умирать. Мачете у меня медленный. Может, я с выбором корабля немножечко был неправ. Ну что ж, нормально. Мы тогда будем задерживать. Ястреб. А, нужно успеть за 700 метров. Успел, да, 300 очков, отлично, в кармашек. Так, невидимка исчез, ну исчезай. Ну, два маяка из трех захвати. Ну, видите, тут просто команда у нас попалась, мягко говоря, не очень. Растрепали, растерзали. Вот прям думает ястреб, прилетел, получил плюшку и все, до свидос. Что, еще один ястреб? Ну давай, иди сюда. Все. Если вы ни разу не умирали, дают вам медалечку. Бойтесь все. Вот как-то быстренький такой бой получился, но я думаю, вы примерно поняли. Главное, конечно, тут знать, где находится следующий маяк. Вы когда уже привыкнете к картам, то будете уже примерно в курсе, куда лететь. И здесь еще контрактики, кстати, следует отметить. Хорошее обновление, разработчикам спасибо, очень хорошо прописали, быстренько, видите. И здесь изменилось задание, видите, немножечко по-другому дизайн, очень хороший. Все думают, где же рапу показывают, а вот на кредиты наводите, смотрите, и показывают вам все. Сколько у вас рейда там, чего там. Да. И по поводу охоты на маяк еще хотелось бы сказать, что здесь очень важна слаженность команды. То есть, если вы один туда полетели, а там враги
прилетели, ваши еще на А, допустим, вы уже на Б начинаете захватывать, вроде как бы и вовремя пришли, а враги именно вчетвером прилетели, вас убили, ваши напарники ничего не сделали, только начинает лететь, и в итоге кавардак получается. Тут как-то их подгонять нужно или как-то немножечко замедлиться, потому что здесь очень важна командная игра. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. С вами был Ивандер. Всем пока.